Этот баннер на недостроенном доме в престижном районе на пересечении улиц Садовой и Вилоновской обошелся дольщикам в 30 тысяч рублей. Таким образом, люди пытаются обратить на себя внимание городских властей. Самарчанка Наталья Черкасова 10 лет назад приобрела в жилом комплексе трехкомнатную квартиру, но до сих пор вынуждена снимать жилье. Мы живем, снимаем квартиру с двумя детьми, муж пенсионер. Мы купили эту квартиру, у нас единственное жилье. И больше не в состоянии покупать эту квартиру. И квартиру мы эту купили с помощью моих родителей. Строительство дома началось в 2003 году. В 2009 застройщик компании «Средневолжскстрой» был объявлен банкротом. Введено конкурсное производство. С тех пор дольщики пытаются добиться завершения объекта. Три года назад одну из секций достроили. Сейчас там живут люди. Остальные три заморожены. В августе этого года планировалось подписание инвестиционного соглашения между городом, Министерством строительства и новым застройщиком СК «Град». Но этого так и не произошло. Дело в том, что в июне в Самаре были приняты новые правила строительства жилых домов. Теперь во всех новых домах количество парковочных мест должно соответствовать количеству квартир. Такое как бы однобокое исполнение новых законов, вновь принятых, которые вот буквально не так давно были приняты, но они просто нагибают и останавливают все то, что двигалось до этого. Мы с июня месяца пытались попасть к главе городского округа Самара Фурсову. Вот, нас не принимают. То есть мы отправляли документы, нам неоднократно, причем с просьбой, что разрешить нам исключение из этих новых параметров застройки, потому что мы не можем достроиться вообще никак. Вот. И каждый раз нам приходит ответ о том, что ваше обращение получено, мы ждите ответ. Ответа нет. Он закрыт для приема, для общения с людьми. Что делать, вот как бы получается. Вот по сути, это наш вот такой вот крик на весь город. Проблема наша решается все эти годы, конечно, очень вяло. И надежды, конечно, мы не теряем. Мы будем продолжать действовать, применять различные методы и способы достучаться до власти, потому что мы жилья своего не имеем. Терра направил официальный запрос в мэрию городского округа Самара. Ждем ответа. Отмечу, по официальным данным, сейчас в области 42 незавершенных долевых объекта. Своих квартир ждут около 3000 человек.